НИИ. Один человечек, одна машинка, а также дебютанты Билли Джилли, собаки, которые никогда не устают. Журнал «Косточка» пишет: «Гони, Бобби, гони, это зрелище высокого накала». Джин Скаллоп назвала его захватывающим. Роджер Игрет пишет: «Порой кажется, что Билли и Джилли пройдут сквозь экран и укусят меня». Острое ощущение в каждом кадре фильма «Гони, Бобби, гони». Фильм «Гони, Бобби, гони» скоро выйдет на экраны. Пока в общей категории.